Здравствуйте, дорогие подписчики, с вами снова я, Лео Ди Каприо, и сегодня я хочу сделать обзорчик прохождения игры Flag Boy. В принципе, эту игру я уже прошел, но я вам не буду проходить с вами заново, потому что это будет, как сказать, долго, трудно, все такое. Я лучше вам просто покажу, и вы повеселитесь. Вот этот тут синий уродец, ему как-то плевать, он ничего не боится. Он боится только утку, которая прячется вот здесь. Итак, начнем. Это я, конечно, сам проходил. И посмотрим, что же из этого вышло. Та-дам! Видите, вот здесь вот повреждение и цель. Нам нужно побить цель или достичь ее. Стоп! Мы прошли уровень. У нас открылось новое оружие. Итак, следующий уровень. Как вы понимаете, я уже всю ее прошел, как я уже говорил. И вот мы просто будем смотреть все уровни. Ну, можно это сказать даже гайды. Гайды, наверное, все-таки лучше это назвать, а не обзорчик. И начнем дальше. Как долго? У-у-у. Кто хочет поиграть в эту игру? Ссылку я оставлю в описаниях, а гайды вы можете найти в этом видео. Все написано, как проходить. Вы можете просто-напросто скопировать у меня все и поставить это себе. Ема, он устоял на ногах. What the fuck? Ну все, прошли мы уровень. Следующий. Потом я попробую выпустить вторую часть Броневаси. Там не менее интересная игра. И добавились новые режимчики, которые я вам расскажу в следующем видео. Так, а мы пока продолжаем. Уже на третьем уровне из 8. Ох! Мы попадаем на прыгунчик и на шипы. Как я помню, опять на прыгунчик, на шипы. На попрыгунчик, на шипы, падаем на бомбу, падаем вон в тело. Нет, вы эти упали шипы. What the fuck? Я не помню, зачем я эти шипы ставила сверху в середине. Но и так тоже хорошо. Следующий уровень. А вот и следующий уровень. Четвертый из 8. Мы уже подошли к середине нашего видео. Итак, начинаем. И смотрите, как у него урон тикает. Просто видите, его шипы держит. А еще прыгунчик. И еще одни шипы. И урон. Еще раз. Еще раз. Еще. Еще. Ну просто весь угол в крови у нас. Но мы прошли. Итак, следующий уровень. И мы уже на пятом из 8 уровней. И что ж, начинаем. Это не лаги, не бойтесь, это так задумано. Я специально так делал. Как будто Люк Скайуокер избивает нашего броневача. А он без руки. У него железо. И не помню, зачем я поставил мины. А, ну я, наверное, просто его прошел, этот уровень. А мины мне не понадобились, я решил их убирать в лес. Мы на 6 уровне теперь. И как вы видите, карта у меня одинаковая, потому что я там нанес 600 урона. Ой, 700 даже. И здесь как раз так и надо. Так, начнем. Зачем я здесь поставил мину? Я вспомнил. Он мне улетал с карты здесь. И мы прошли. Хе-хей!
Хоп, хей, алла, хей. Стоп. И у нас открылось новое оружие, и мы пойдем дальше. Вы понимаете, да, к чему я клоню? У меня один и тот же уровень, просто я ставлю более мощное оружие, чтобы они наносили более мощный урон. Это предпоследний. 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 Уровень, правильно, вы отгадали, молодцы. Угу, молодцы. Мне его даже в какой-то момент было жалко, но... В принципе, не очень. И вот мы побили уже то, что нам надо, и у него оторвалась рука! Вот эта синяя палочка, это его рука. Кто не знал. Ну, пожалуйста, хватит. И тут еще у нас повредилось больше, чем рука. Магия. Следующий уровень. И финал. Здесь... Тот же самый уровень. Я здесь не потратил свою любимую штучку. Вспомнил, как в первый раз я проходил броневазию. Это была моя любимая ловушка. Шкуроздиратель. Ладно, не будем о грустно. Опять у него нет руки. Печаль. Ну, я хочу здесь... Ох ты, другу не будем отправлять. Еще раз пройдем, и здесь, на этот раз, мы поставим шкуроздиратель. Вот сюда. Надеюсь, он не... Он его задел. Мы не пройдем, но я вам просто покажу свою любимую штучку. Мы сняли с него его синюю шубку. Воу, камон. Не прошли, но сняли. Так что все. Так что все. Задача не в этом. Он врет. Не верьте. Ну, наверное, на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Если наберется больше 10 лайков, я сниму... возможно, прохождение, возможно, типа такого же гайда, обзорчика на игру Броневася 2. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.